Всем добрый день, дорогие друзья. Я еду в город, мне надо встретить Ильюшу. Сегодня он к нам приехал. Ну, должен сейчас приехать, то есть, потому что ему надо будет идти в Сбербанк, делать документы. Ну, не документы, а карточку-то, я так поняла, получить надо ему. Ну и домой продуктов опять набрать. Ладно, едем его встречать. Мы, ребята, уже домой приехали. У нас все еще дождик льет. Ильюша кушает, сейчас постригать его воду, да? Постригется и все. Наелся? Да. Представляете, он в одной кофте приехал. Без куртки. В двух. А, да, ну в двух тоненьких кофтах. Мама отругала его, он еще и лыбу давит. Он тут просто Ванька стоит, он Ваньке лыбу давит. Ну, так что вот как-то так продуктов опять набрал. Целый рюкзак. Там он у него консервы, сосиски купила, всякое такое. Да? Хлеб, масло. Масло-то у тебя есть еще? Там полторы бутылки. А, ну все тогда. А ты сколько с собой? Две бутылки брал, что ли? Ну тогда пока тебе еще хватит, а потом... Все, сделал он, ребята, карточку ему вручили, да? Ой, Ванька стукнулся, да? Все. ВТБ, ну еще ему говорят, в колледже сделали. Потом тебе, получается, когда надо будет приехать? Так. В начале октября? В начале октября, ну это... Военкомат, узнать, чтобы... Надо. Да, надо узнать, потому что говорили, что ему надо будет комиссию проходить. Я говорю, если он, по идее же, он принес справку, что он учится, может, и не надо будет уже ничего приходить, приезжать в военкомат-то? Ну, в принципе, 18 лет обязательно. Надо мне сходить узнать. Я постараюсь сходить узнать. У тебя наушники-то работают? Да. Только оба. Они скоро порвутся. Но у меня вторые пары наушников. А, ну, понятно. Так что вот как-то так. Он сейчас уже на 4 часа поедет обратно. У него 4 часа автобус. Все, все, ты поел? Да. Давай готовиться, тогда постригаться будем. Все. Так, я иду на почту. Или я по пути сразу пройдет на автобус. Так что вот так вот. Все, ненадолго. Что ты приехал, получается, в час, во втором? Пол первого, да, приехал? И в 4 часа уже ему автобус уезжает. Так что ненадолго приезжал. Ладно, идем. Провожу его, да пойду на почту. Там какой-то мелкий пакет пришел забрать. Да надо Оксане конверты купить. Там ей надо по математике что-то вырезать, что-то делать. Короче, как-то так. Всем добрый день, дорогие друзья. Вчера уже, после того, как я Илью проводила, ничего не снимала. Почему? Потому что я потом пришла с почты. Сейчас покажу, что у меня вчера пришло с почты. Пришла у меня вот такая вот колонка, но она не черная, конечно, она розовая. Вот такая вот. Деткам, но они заодно дерутся. Поэтому я пока ее убрала. Потом мне продавец, если купон даст, я еще им закажу такие колонки, чтобы они не дрались, а для всех. И после огорода у нас дождик был. Получилось, что покопать нам недолго пришлось. Но я промокла вся. Егорку я заставила зараньше домой зайти. Я сама копала еще немного. Ну, совсем немного. Но я насквозь промокла, потому что я в кофте была вязаной. Очень сильно промокла. И потом у меня весь день вчера голова болела. Я все ссылалась на то, что может из-за погоды голова болит или еще как-то что-то. Но вот голова очень сильно болела. Градусником бы померить. Так у нас Ваня на днях тут градусник сломал. Ну как электронный? Он взял его просто и по запчастям разобрал. Вот многие скажут, Насте надо было отругать. Но он маленький еще. Он еще маленький, не понимает еще того, что надо беречь. Ему только 2,5 года. Вы что от него хотите? Он же не 10-летний ребенок, который должен все понимать. Дальше рассказываю, что было. Я легла. Я мужу сказала, говорю, я не могу. У меня просто, вот знаете, вот правая сторона, вот эта вот вся часть, вот так вот, у меня просто сильно болела. Я не могла. Это вообще что-то заднее, сзади особенно такое ощущение, как будто тебе по голове молотком били. Я легла, я ему говорю, я лягу, я не могу, у меня, говорю, голова сильно разламывается. Он говорит, так ложись, попробуй поспи, может, тебе легче станет. Я поспала, наверное, часика полтора. С
стало, нифига получше мне не стало. Голова также болела. Выпила анальгин. Мы потом с Олей переписывались по телефону. Я лежала, я не могла, потому что встать. И потом решила, Оля говорит, может, у тебя температура? Я говорю, да ну, откуда температура может быть? Я решила поискать электронный градус. Ну, не электронный, а обычный ртутный градусник. Я помню же, что где-то у меня был, убирала его когда-то. Я нашла его. Я померила, ребят, температуру. У меня, оказывается, температура была весь день. Она невысокая, но она была. Я потом просто взяла таблеток, напилась и накормила детей ужином и легла опять. Лежала я вот так вот все, не вставала, ничего не это. Уснула потом уже, наверное, часов в 11 опять и спала. Сегодня встала немножко полегче, но чувствую вялость вообще, уставшая, какая-то вот усталость. Вот вроде еще ничего не делала, кушать варишь, да, а усталость вот как будто, не понимаю почему. Но, видимо, все-таки я заболела. Начну сейчас пить противовирусную. Ну, хотя, мне кажется, противовирусную уже поздно, а пить уже какие-то антибиотики. Раз температура была первый день, но сегодня свою температуру у меня, ребята, нету. Это слава тебе, Господи. Вчера маску одела. Да, чтоб не дай Боже. Но сегодня температуры нет, не стала маску одевать. Но вот вялость чувствуется. Вялость есть. Усталость какая-то, вялость, усталость есть. Ну ничего, все равно дома делашние никто не отменял. Сейчас варю кушать и пойду опять на огород на картошку копать. Муж на работе до 8 часов будет. Я буду копать картошку. Егорушка пойдет, я пойду. Света с Катей будет дома порядки наводить, полы мыть, порядки наводить. И делать. Вчера муж немножко в коридоре начал пол фанеры, ну не фанеры, как он, ДСП закрывать, так что вот как-то так. И сегодня я хотела также еще поотвечать на ваши вопросы, хотя бы на часть вопросов поотвечать. Сейчас только открою. Так, сейчас, дорогие друзья, я найду вопросы и открою. Так, дорогие друзья, начинаю отвечать на ваши вопросы. Первый вопрос. Вы выкопали всю картошку? Нет, мы еще не выкопали всю картошку. Муж на работе, я копаю одна пока с Егоркой. Картошка лучше, чем в прошлом году? Нет, нынче хуже, чем в прошлом году картошка. В прошлом году картошка у нас намного лучше была, чем нынче. А на следующий год я вообще не буду садить. Я хочу у вас спросить совета, посоветуйте, что посадить для того, чтобы земля отдохнула. Потому что вот мы сколько лет живем, мы ни разу и не давали отдыхать. Мне уже многие говорят, что Настя, посади что-нибудь такое простое, чтобы земля отдохнула. А вот что посадить, я не знаю. Жду от вас совета. Если нет слива, куда уходит вода? Мы ведрами выносим на яму. Специально у нас выкопанная яма за домом там дальше. И мы туда выносим ведрами. У вас туалет дома есть? Дома нету туалета. У нас туалет на улице находится. Крестным может быть даже Илья. Нет. Родной человек крестным быть не может. Можно и без крестных. Позвоните туда и уточните. У меня номера телефона нашей церкви нет, но вот когда-то муж ходил, спрашивал, ему сказали, что надо хотя бы одного крестного. Стиральная машинка у вас тоже БУ? Нет, она не БУ, но мы ее покупали новую. Ой, сколько же ей лет-то уже? Я даже не скажу, сколько ей лет уже. Ремонт не снимайте, детей не снимайте, готовку не снимайте. Где же будут просмотры? Дорогие друзья, сейчас я доделаю остатки ремонта, потом буду уже снимать и комнаты, и готовку. Сейчас просто я в полевых условиях, можно сказать, готовлю то на летней кухне, то на кухне немножко, на столике на маленьком. Поэтому пока вот так вот. Но постараюсь после ремонта буду все показывать. Потерпите немножко. Почему на... Так, тюль на кухне не подходит, если ее можно сборить. 9, как вы занимаете? Так, собрать эту тюль, да, она потому что очень длинная, а в сборке она очень густая получится. Можно так сказать, да, но получится темно будет в кухне. А я хочу, чтобы светло было. Как вы не знаете свой рост? Вот так вот, ребята, не знаю я свой рост. Вы когда вешаете белье, у вас что
А, на что встаете? Да я прям так докидываюсь до верёвок, мне как бы хватает. Муж вам сделал специальный стульчик. Нет, не сделал специальный стульчик, я так дотягиваюсь. Настя, где твой папа? Папа умер, давно умер. Мне было 1 год и 8 месяцев, он умер. У меня нету папы, у меня нету уже мамы. Мама умерла, мне было 18. Поэтому у меня уже никого нет. У меня только осталась моя родная бабушка. Покажите свои детские фото. У меня фоток мало. Вот с Красноярска у меня 3 или 4 фотки всего. А потом вот как к бабушке переехала, там мы тоже мало фоткались. Но есть кое-какие фотки, я вам постараюсь показать. Когда покажешь нам Масю? Вы меня просите Масю заснять в костюме. Обязательно постараюсь одеть ее и заснять в этом костюме. Скоро все увидите. Кто взял костюм для Маси? Кто вязал костюм для Маси? Для Маси костюм вязали в Березниках. Женщина хорошая, одна знакомая, она заводчик животных. Умеешь ли вязать? Да, носки умею, ребята, вязать. Я вязала носки, но у меня дети их не очень носят. Они не любят их носить, вязаные носки. Они вот любят теплые носки одевать, но не вязаные. Есть сайт ярмарка рукоделия, ярмарка мастеров. Там можно купить и продавать вышивки. Не, я знаю, что там купить можно вышивки, а насчет того, чтобы продать вышивки, да кто их купит-то, мне кажется? И вот был тогда, да, вопрос, Настя, у тебя все маленькие работы, почему ты не вышиваешь большие? Нет, у меня есть большие работы, просто у меня на них времени не бывает. Сейчас вот зимой, да, зимой я буду вышивать. Зимой больше будет времени, а летом как бы времени мало. Сделайте окрошку на кефир. Уксус нельзя детям. А мы там совсем чуть-чуть уксуса ложим. А на кефире вот ни разу, ребят, не пробовала. Там вот напишите, полностью весь кефир надо или просто в воду добавлять кефир? Или что? Я ни разу такое не видела. Напишите мне, будет очень интересно. Что вы пили из фужеров? Света! Из фужеров пьют мои дети. Чай, соки, все что угодно они из них пьют. Им нравится. Это как кружка с ручкой, как бокал такой, да? Но из них пьют дети. Так что не переживайте. Я не пью, поэтому мне как-то, знаете, хоть какой фужер будет, я в него могу чай налить и пить спокойно. Неразлучники кричат, как сумасшедшие, а Карелу обдерут все, что можно. Ну, тогда лучше уж волнистого попугайчика. Да, я знаю, что волнистые попугайчики тоже хорошие, но пока дети очень просят. Но сейчас у меня полная экономия из-за того, что я хочу купить холодильник, сами понимаете. Без холодильника у меня в этом холодильнике стоит, у меня все прокисает, это... Перевод денег на продукты получается. Поэтому я очень хочу холодильник. Настя, лучше вяжи шапочки, носочки, а не вышивку. Оно хоть пользу приносит. Дорогие друзья, у каждого свое хобби. Я не любитель я вязать. Вот знаете, вот, ну вот не мое это. Да, я могу носки связать, я могу шарфик связать. И все. Вот не могу, не мое это, не могу. И меня от этого раздражает очень сильно. У меня вязание очень сильно. А вышивка, она меня успокаивает. Хомякам надо менять каждый день, а то вонь будет. Ну, хомякам-то да, у меня же не хомяки, у меня морская свинка. Я обычно у нее угол прибираю, где она писает. И раз в 3-4 дня полностью весь наполнитель меняю. А там, где она писает, где влажно. Угол каждый день убираем. У вас есть резиновый коврик для свинки? Вы же покупали. Дорогие друзья, да, коврик я и покупала. Почему я его у нее убрала? Она его грызет. Я боюсь, что она наестся вот этого коврика и будет потом плохо. Поэтому я все коврики поубирала. И оставила так. Сенник у нее есть. Но она его постоянно скидывает, поэтому мы тоже убрали сенник.
дабы ее не травмировать, так как он у нас металлический. И сено просто ей так ложим. Почему у Маси нет сена и травы? Не, сено мы ей ложим, просто она быстро съедает. Я ложу ее утром и вечером обычно. Где ваши крысы? Крысы сидят в клетке. Вчера, кстати, было вообще курьез. Я пошла Ильюшу провожать на автобус, потом на почту. Пришла на почту, Света звонит: мама, бегом домой, крысы все сбежали. Я говорю, как так они могли сбежать? У них полностью, у них дно металлическое и вся клетка. Все закрыто, значит, кто-то маленький открыл. Я прихожу, мы кое-как поймали. Больших-то быстро поймали, а одна у нас маленькая серенькая осталась. Она у нас к рукам еще не очень-то приучена, она почему-то агрессивно себя ведет. И она вот ни в какую не хотела попадаться в руки. И вот я ее, наверное, часа два вылавливала, ребята. Это вообще что-то с чем-то. Но я ее поймала. И все нормально, все сидят, все на месте. А куда ты столько картин будешь вешать? Ну, часть в коридор, часть в по комнатам, где-то на полочке можно поставить, на печку поставить. Но по большей части я всегда их дарю. Дарю, отдаю, иногда без рамочки. Просто девчонка приходит, если знакомый видит, что ага, я на своей странице выложила какую-то работу вышитую, они говорят: Настя, подари мне. Или некоторые вот у меня даже покупают. Они спрашивают, сколько стоил этот набор. Я им говорю, и они у меня выкупают готовую вышивку без остатков. Остатки, говорят, оставь себе, тебе еще понадобится. А вот саму готовую работу без рамочки, правда, но они ее покупают. Где заказываете канву и пластиковую? Канву обычную и пластиковую. Есть группа у Аннушки. И много разных групп, где я состою, где можно спокойно купить разную канву. И пластиковую, и всякую. Но вот несколько групп, ссылочек я вам оставлю в описании. Поэтому пройдите туда, посмотрите. Но большую часть я заказывала их у Аннушки. У нее очень хороший выбор, разные. Она очень хорошо общительный человек. Она всегда присылает голосовое сообщение, когда пишу ей вот это есть. Она мне голосовым сообщением отвечает. Если просто написала, значит, это не то. Так, почему у вас все спрашивают про закрутки? Вы что, голодуете? Нет, мы, ребята, не голодуем. Я не знаю, почему, знаете. Ну, все считают, раз у нас свой огород, значит, заготовок должно быть много. И я обязана их вам показать. По сути, знаете, я ничего не обязана показывать. Вот так вот скажу. Но заготовки есть. Да, они небольшие, но они есть. Покажите, пожалуйста, запасы муки и сахара. Сахара не покажу, а муки у нас много. Сахар сегодня вот последний мешок из мешка выгребли. Там, может, килограмм полтора осталось. Сахар надо ехать опять покупать. Мы покупали в начале лета на 50 килограмм мешок большой. И вот закончился сахар. А муки много покажу обязательно. Вот часть вопросов я ответила. Извиняюсь за свой вид. Просто, видите, говорю, что приболела немного. Поэтому вы уж меня простите. Постараюсь подлечиться побыстрее и буду улыбаться чаще. Всем желаю, берегите себя, берегите свое здоровье, подписывайтесь на наш канал. Ну и всем пока-пока!